Здравствуйте, дорогие подписчики, с вами как всегда Алькатрас, и вот сегодня мы начинаем прохождение игры Call of Duty Black Ops 2. Ну что сказать про игру, я уже в нее сыграл, когда она вышла. Да, концовка у меня так получилась очень плохая, из моих тупых решений. Ну вот я сейчас взялся за игру, хочу делать за ней летсплей по нее и попытаться получить самую хорошую концовку. Ну как видите, я не вру. Так, ну что, начнем. Новая игра, да? Так, ну давайте будем рядовым. Так, Харпер и сын Дэвида Мейсона. То есть Алекса Мейсона, а вот этот самый есть Дэвид. Мы прочесали все убежище, сэр. Кроме этой комнаты. Пафос. Много пафоса, ё-моё. На предохранителе, дурень. Привет, старик. Рауль Менендес был здесь сегодня? Сержант Вудс! Блин, этот голос меня убивает, я на какого-то алкаша. Самый опасный террорист со времен Усамы Бен Ладена. Нахрен! Только время зря тратим! Он овощ! Заткнись! Он сказал, Мирмана. Это сестра на испанском, дебил. Парни, лучше соберитесь, ваша мать. Он готовится к атаке. Если тебе известно об угрозе национальной безопасности, ты должен нам сказать. Включи камеру. Твой старик отлично справлялся на Аляске, пока, сука, Хадсон не явился. Пап, мне страшно. Помоги. Как понимаю, несколько лет тебе назад. Уже 7 лет, Дэвид. Хватит ныть, не маленький. Ненавижу тебя. Дэвид, стой. Возвращайся в свою армию, как тогда, когда мама умерла. Да, плохие отношения у Алекса со своим сыном. Подполковник Норт, СНБ. С Джейсоном Хадсоном вы знакомы? Зачем вы здесь? Вчера сержант Вудс возглавил тайную операцию по ликвидации контрабандистов оружия в Анголе. Сегодня утром мы потеряли с ним связь. Так езжайте за ним, ЦРУ. Тут вам что надо. Ангола кишит кубинцами и русскими. Нам туда нельзя. ЦРУ решила похоронить дело. Вудс и его людей больше не существует. У нас есть все для вас, Мейсон. Только скажите. Дэвид побудет с Дженни, как и раньше. Она любит с ним возиться. Все будет в порядке. Ты же говорил, что не вернешься в армию. Ты обещал. Дяде Вудсу нужна помощь. Он бы мне помог. Так, это у нас экран брифинга. Будет появляться перед каждой миссией, описывая ее цель. Вы можете изменить набор вооружения на этом задании, нажав на клавишу C, либо начать выполнение со стандартным вооружением. Сведения о карьере доступны по нажатию клавиши R. Окей. Так, и что у нас там есть за оружие-то? Так, калаш. Ну, давайте вот такой калаш возьмем. Так, выбор у нас тут невелик пока. Это пока. Так, пистолет, ну давайте ставим М1911. Так, тут у нас ничего. Так, гранаты те же. Так, только инструмент пока у нас доступный. Так, что у нас? Так. Спасти Вудса. Давайте начнем. Ангол, 1986 год. Они выдержат с помощью спутника-шпиона.
одного из этих 09-х. Этот малыш выплевывает капсулу с пленкой, подлетает Си-130 и подбирает ее на высоте 9 километров. Пленку надо было обработать, проанализировать и доставить. Все вручную. Это был долбанный геморрой. Джонас Савимби. Думаешь, я совсем сдурел? Да. Сейчас что-то у меня FPS немного потупило. Ладно, надеюсь, не беда для вас. Оу. Плохо пахнет. Плохо. Давай, держись. Ё-моё, надо как-то вскрыть это пулепробиваемое, непробиваемое окно. Да, Самимба, помоги, ё-моё. Не, поздно. Иногда спасать поздно. Нам надо идти, чтобы не последовать за ним. Хм, а ты похож на Вагнер Лафа, футболиста ЦСКА. Ладно. Что МПЛА готовится к атаке. Если им нужен бой, они его получат. Вперед! Ладненько. О, мачете. Охотники к северу от вас. Силы МПЛА направляются к вашей позиции. Знаем, Савимби ведет контратаку. Мужик с яйцами, это уж точно. Ну да, мужик с яйцами. Так, хорошо. Так, начинается наступление против, не знаю, повстанцев каких-то, что ли. И что же делать? Они идут! Они идут, братья мои! Бой, братья мои! Ну ладно, что ли, погнали. Ой. Ой. Так, ой, блин, не подходи. Так, хорошо. Пробиваемся. Ой. Так, с мышкой какая-то проблема у меня. Ладно, продолжаем. Не знаю, что за фигня у меня происходит. Ну ладно, мы будем бежать дальше. Добрый день. Ой, ты ё-моё. Мы уже... умираем. О, вскрыть. Так. Что у нас там? Мины. Так, да, мины. Лови. Так, промахнулся. Хорошо. Они за камнями. А, не стреляй в меня, воздуха, ё-моё. Хватит стрелять меня из базуки, ё-моё. Так, что такое? Ага. Да, ё-моё. Вся еще мясорубка. Ну, кажется, всех снял. Так, что у нас дальше? Хорошо. Еще минус один. Ух ты, сколько вас там, ё-моё. Ой. Лучше попрятаться нам. Лучше прятаться. Ай, блин, да хватит бомбить нас. Ой ты. Нас просто бомбили, ё-моё. Ладно. Собрались. Так, уже мы вскрыли? Нет, мы не вскрыли еще. А где оно? А, стоп. Какого, ё-моё? Так. Снял. Так, побежим по флангу. Обойдем их.
Так, танк, надеюсь, наш? Надеюсь, какой танк. О. Как-то вас слишком много, ё-моё. Снял. Так, ну чё, снова... Хадсон нам сейчас помогать будет. Так, хорошо получить ее, мама, пока. Так, один пропустили. И не один, походу, уже. Ой, Камил, пожалуйста, слушайся меня, ё-моё. Так, еще двое остались. Так, двоих не сняли. Так, куда нам теперь? Так, где ты? Так, хорошо. Они слабеют, мы их прикончим. Да, блин. Ох ты. Нате, гранаты. Ой, блин, пулеметчик. Ё-моё, ненавижу пулеметчиков. Хорошо, нет, был пулеметчик и не стало. Смерть МПЛА! МПЛА? Да ладно. У-у-у. А, пусть бегут. А вон один остался в живых. А нет, все-таки да. Понятно. Следуем туда. Не, Вудса хер убьешь. Ну да. Приличная бойня только что произошла. Я пропал без вести во Вьетнаме. Но твой старик думал, что я погиб. После всего, что с ним сотворил Крафт, все эти цифры, и Резнов ему крышу снес. Да он не отличал действительность от глюков. Да и кто бы и отличал, твою мать, Кравченко. Выходит, когда я порезал ублюдка на кусочки, спас всем задницы. Бац. Добро пожаловать в Хилтон Ханой. Через 6 месяцев меня переправили в Дананг. А по сравнению с ним, даже Хилтон прекрасен. Из моей группы 17 погибло. К 72-му остался только я. Я не собирался подыхать в сраном болоте. Вот там мы рассказали историю Хадсона Вудса. Как в Black Ops он якобы погиб с Кравченко. Ну вот, оказывается, он жив-здоров. Так, что теперь-то? Подхожу к конвою. Так, в болотах. Баржа соответствует описанию совета. Ой, мы под отстрелом. Так, вот главный корабль. Ух ты! Блин. Думаю, надо прыгать. В ином случае мы, скорее всего, погибнем, так. Да-да, я знаю. Опа. Ай, блин. Да, как вижу, игра осталась такой же жесткой. Ладно. Что там вскрыть? Готовы? Да сдохните вы, ё-моё. Так, что это у нас тут?
Так, что у нас тут? Какие-то спасательные жилеты, что ли? И броня какая-то. Ну, хорошо. Нате, 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 нате. На-н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 а, бля. Так, вон еще одна. Так, стой. Потопили? Нет, не потопили. А вот теперь, ух. Хорошо, потопили. А вот еще. На-на-на-на-на-на-на-на-на, блин. Готово. Где вторая? Так, давай. Нате, 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 нате. Ух, прям в нас вошли. Так, что там? Так, будет слева за на нас заходить. Нате, блин. О, хорошо. Все чисто. Открывай контейнер. Так, погодят боеприпасы, да, это боеприпасы. Помоги командир. Вот. Так, помогаю, помогаю, помогаю. Так. Да. Вот, ты там, брат? Не хотел бы я тут пробыть несколько недель. Они мертвы уже несколько недель. Ну вот. Блин, ну это вообще... Братская могила, можно назвать. Вудс. Не, он не похож на Вудса. Вон же лежит. Фрэнк, это я, Мейсон. О, фирменная песенка Вудса. Что они с ним сделали, Хадсон? Ну да... Он, блин, по нему видно, что несколько недель не ел. Да я не удивлюсь, если он даже питался своими вот этими мертвыми товарищами. Ну шикарно, как всегда, вертолет. Ой ты. Так. Иди сюда. Так, дымится, хорошо. Ой, блин. Легко, блядь, сказать. Боеприпасы, боеприпасы. Да, блин. Где базука, ё-моё? А почему у меня исчезла базука из рук-то, ё-моё? 4. То, ё-моё. 5, 7, 8, 9. Где базука, вашу мать? Это что, глюк какой-то, что ли? Я не понимаю. Блин, мины. Как мне с ним бороться, если мне базуку не возвращают? Блин, погода, глюк какой-то произошел, я не знаю. Где ты там, блин, по-моему, так я хоть завались. На. А, вот. Фух, базука у нас все-таки еще осталось. Да, блин. Да, где патроны? Патроны, срочно нужны патроны. Да не нужен мне. Да, блин, срочно сверлыми минометами, блин.
На, блин. Хоть одна попади, ё-моё. Во, попали. Попали же? О, да, попали. Ой, блин. Чё, вуз тонет, ё-моё. Где он? Так, плывем, плывем, плывем за ним. Блин, он весь в шрамах, вы чё, пытали еще? Так, надо уходить отсюда срочно. О, все, судно пошло на дно. Так, нам что-то другое надо искать срочно. Так, а Хадсон пока тупо стоит, смотрит куда-то. Молодец, Хадсон. Так, держать. Всех солдат МПЛА в этом районе. Спасибо, Кэп, ё-моё. Надо уходить. Ладно, вставай, вставай, ё-моё. Надо уходить. Ой, блин, ну явно такой взрыв видел все, видели все. Давай, Вудс, я помогу. Я тебя держу, брат. Так, хорошо. Блин, ты главное не наблюй там случай, а то... А, не хотели уже промо, хочешь? Блюй. Не впереди деревня. Антенна означает, что у них есть рация. Можно связаться с Абимби и вызвать подмогу. Блин, и лучше бы было помочь Самимби победить за ПЛО или что-нибудь как там. Давай за то бревно. Так, и притащили бы сюда войско и спасли спокойно Вудса. Ну, это же пойти героически вдвоем. Против кучи солдат. Это же так логично. Какого черта тут кубинцы забыли? Это же просто дети. О, прям к нам мне. Ой, пацан, не замечай нас. Так, хорошо. Идем. Да. Походу они тебе знают, что мы где-то тут рядом. Или нашли разбитый свою башку. Или нашли разбитый вертолет. Не шевелись. Пусть пройдут. Опять стелс миссии. Ладно. По моему сигналу бежим к деревянному дому. Давай. А, бежим, бегом, бегом, бегом. Как неудобно же тебя тащить, ё-моё. Бегом, бегом, бегом. Не шевелись. Еще один патруль. Топаем, 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 быстрее. Как пройдет, уходим в траву. Он серьезно нас не видит? Хорошо, не высовывайся из травы. Ладно, хорошо. Окей. Хадсон. Да что теперь? Так, так, тихо, тихо. Оставаться на месте, они перед нами. Или собаки, ё-моё, они же могут нас учуять. Так, все чисто. Выходи из травы. Ты погромче щипай, они вроде нас не услышали. Так, бегом, 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 бегом. Ты куда побежал, ё-моё? Нас подожди, ё-моё. Ты выживешь, Фрэнк. Я присмотрю за Вудсом. Окей. Осторожен. Постарайся не привлекать внимания. Ну, ничего обещать не могу. Так, вскрыть опять. О. Так, что у нас тут капканы? Так, в будущем еще пригодятся. Стоп, стоп, стоп. Когда здесь снайперка была? Где тут снайперка лежит-то? Ладненько.
Нет. Где пистолет? Хм. Забавно. Так, два, два, ничего нету, три. О-оу. Так, нас походу спалили. Зря мы кинули эту гранату. Вот. Немного не понял с управлением. Что-то фигня. Ведь нельзя пропустить. Я присмотрю за Вудсом. Будь осторожен. Постарайся не привлекать внимания. Не будем тупить на месте на этот раз. Так, скрываем. Давай, Мейсон, давай, быстрее, 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 быстрее. Так, уходим. Так, пойдем посидим лучше. Так, хорошо. Так, они там пока заняты. Пробираемся. Мула-Рахман. Местная политика не должна тебя волновать. Он всего лишь пешка, как и ты. Делай, как сказано. Делай то, что я тебе велю, или ты труп. Настрой чистоту на... Опаньки. Ты меня убьешь, да? Опаньки. L'americano le sta di Siena che non si muovono. Заткнись! Il pezzo che sta al controllo. Però il non è. Заткнись, сказал! Опустите оружие! Богом клянусь, я его прикончу! Los americanos no sabernada della lealtad. Chissà nosotros. Deberíamos demonstrare. Ух, ёпты! Так, посмотрим, кто лучше в рукопашке. Опа. Ох, в глаз попали, е-мое. Так, где, думаю, нам надо валить срочно. Давай на берег. Подмогу вызвал. Нет, мы сами по себе. Давай к реке. Блин, да какого ж... Где, мать вашу, мой автомат, е-мое. Так, надо с управлением что-то поделать немножко. Ага, пистолет. Ага. Давай, лезем, лезем. Здесь есть снайперка? Нет, что тут нет снайперки. Откуда ее тут взяться? Так. Нате, 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 ё-моё. Так, веди, веди, давай, давай, давай. Да опять вы своими базуками, ё-моё. У меня один мат-перемат. Так бесит, честно. Так. Ну доставай, я тебя умоляю. О, автомат достал. Бежим нафиг, бежим, бежим, бежим. Давай, так, 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 так. О, слышу, кто-то поймался. Нате, нате, блин. Да закончились они у меня. Я уж поставил все. Блин, ну тут... Враги стали, по-прежнему, тупыми. На, 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 на. Оп, оп, оп. Это шут. Так, где вы еще там? А, вот, вижу тебя. Я тебя вижу. Так, Катсон, что ты, блин, говоришь? А, да-да-да, правильно, правильно, правильно. Блин, Катсон, ты мне больше мешаешь, чем помогаешь, блин. Ай, ай.
Наслаждайтесь. Так, надо. Уходим, уходим, уходим. Где вы вообще? Бегом, 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 бегом. О, патроны, шикарно. Совсем вовремя. О, хорошо. Оказывается, если убить того, кто за пулеметом. Смотри, как нагло забежал, ё-моё. Так, на. Так, как я помню, нам надо тут придержаться. О, граната. Да, опять вы своим базукой, вам чисто не надоело. Давай, Хатсон, кидай эту долбаную световую гранату. У нас тут миномет просто. Давай. Так, опять гранаты, ё-моё. Ой. Спасибо, что предупредил, Хатсон, блин. Бежим, бежим, бежим. Блин, там вообще не может удержать Вудса. Давай, Фрэнк, мы выберемся отсюда. Ух, ё-моё. Продолжается минометный огонь. А, опять виноваты во всем русские, да, конечно. О, Савимби. Или как его там? Ну вот, спасли вот это, хорошо. А, ну как всегда. Ой. Да ёп. Ну вот это чисто пафос. Ну чистейший пафос. Да, Хатсон, как всегда, в своих очках. Меня хрен убьешь! Благодаря твоему отцу. Фух, выбрались. Ради меня. Ради дружбы и чести. Да, совсем как ты, пацан. Вот так мы спасли Вудса. Да, что-то на роликах у меня FPS резко падает. Это я не знаю почему, если честно. Хотя есть одна мыслишка, но я потом это исправлю. Так, что у нас там сейчас? Загрузочка. Надеюсь, недолго. Когда я тогда играл, загрузки как-то у меня подольше шли. Так, Герава, победа. Мейсон спас Вудса. Так, хорошо. Ну и ладно, давайте тогда закончим на этом эту серию. В следующий отправим, ну, дальше отправимся. Выходить игру за Мейсона, какого отца или сына, я точно уже не помню. Ой, спасибо, всем спасибо за внимание. С вами был Алькатрас. Всего хорошего, пока.